Строительство спортивных площадок на территории центра ТЭМП показало, что интерес детей к здоровому образу жизни огромен. Закончив строительство по проекту «Наша мечта», появилась потребность в игровой зоне для детей младшего возраста. Так появился проект «Дворик детства». Об этом более подробно в следующем материале. Для реализации проекта «Дворик детства» было приложено немало усилий. Установили горки, качели, гимнастические лестницы, карусели и другие разнообразные конструкции. За короткий срок была проделана большая важная работа, и 16 сентября игровая площадка полностью готова к работе. Будет интереснее и полезнее заниматься. Я думаю, что вы в будущее растете спортсмены, олимпийские чемпионы, да? Вот, и поэтому площадка все-таки будет способствовать, чтобы вы развивались и росли крепкими, здоровыми и никогда не болели. На строительство игрового комплекса было потрачено почти 2 миллиона рублей. Работы профинансированы в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве администрации Амурского района и компании «Полиметалл» на 2020 год. Для нас на самом деле очень важно, чтобы наш город, в котором мы живем, был благоустроен, ухожен и безопасен, в первую очередь для таких малышей, как вы, ну и, конечно же, подростков. И мы, собственно, реализуем эти цели планомерно и постоянно. И одним из ярких примеров, собственно, является эта площадка, которая реализована. Вот сейчас ленточку будем резать. Хотелось бы отметить, что все оборудование, которое здесь установлено, оно современное и безопасное, потому что безопасность для нас стоит в первую очередь. И, конечно же, хотелось пожелать центру ТЭМП дальнейшего развития, реализации новых амбициозных проектов. Игровая площадка «Дворик детства» объявляется открытой. После торжественного открытия дворика детства сотрудники центра провели ребятам веселые игры. Центр творчества ТЭМП приглашает для посещения игрового городка не только самих обучающихся центра, но и всех маленьких жителей Амурска. Анатолий Карпов, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.